Я нагадую, що сьогодні разом зі мною ті студії Скачко Борис-Глібович, лікар-терапевт, фітотерапевт-дієтолог. Ще раз дякую, що ви разом із нами. 490-11-34, наша телефонна лінія. Будь ласка, ваше запитання. Алло. Ви мене слухаєте, так? Да? Дуже уважно. Добрий день. Я з удовольствием завжди слухаю Бориса Глебовича. У мене к нему такой вопрос. Сколько все-таки м'яса нужно кушать в пожилом возрасте и какого м'яса? И еще второй вопрос. Вот есть рисовая диета очистительная, знаете, такая курсом. Действительно, есть смысл ей какой-то или это так, просто реклама? Дякую вам за ваше запитання. Рис употребляет и вроде очищает организм. Дякую, спасибо, що турбуєтеся про ваше здоров'я, пане Борисе. Перше, м'ясо. Ну, лучше белое, чем красное. Просто белое мясо имеет, ну, оно легче переваривается, там меньше соединительной ткани и меньше белковых токсинов, которые все-таки с возрастом должны удалять почки, а для них они, скажем, с возрастом не самые сильные. Поэтому красное мясо это может быть скорее, знаете, как такой, ну, в приглядку кушать. Вот, если кушать, то по большим праздникам. Потому как оно и тяжелее переваривается, и больше отходов, особенно если мы берем, то есть из красного мяса лучше свинина, чем говядина. Она просто лучше переваривается. Мясо можно есть щодня, чи треба якось чередувати? Я бы советовал мясо кушать, там, скажем, 2-3 раза в неделю, а чаще все-таки использовать рыбу. Рыба тоже животный белок, но отходов, вернее не отходов, а вот таких вот обменных шлаков, которые там есть, продуктов жизнедеятельности в рыбе значительно меньше. То есть нагрузка на почки, на суставы меньше, а с возрастом обычно эти системы начинают страдать. Где-то почки страдают, где-то суставы начинают прихрамывать, потому что вот, белковые эти токсины, им нужно куда-то деваться. Если почка не вывела, они накапливаются в суставах. Чуть раньше, чуть у более молодых женщин накапливаются в матке, то есть там возникают свои просто нюансы. М'ясо копчене, яке ми так дуже сильно любимо, особливо зараз період футболу. Да. Мужчини, так, ми знаємо, як вони дивляться футбол. Все ж таки, для людей поважного віку копчене м'ясо, воно буде ворогом, чи можна трішки, але можна? Я би не советував все-таки коптиться м'ясо. Там появляється достатньо много неприятних для жизни соединений с канцерогенной активностью. И если организм более-менее здоров, он с этим легко справляется. В возрасте, чем старше человек, тем хуже работает главный фильтр печень, она хуже очищает кровь от канцерогенов, и тут вот, возможно, свои нюансы, тем более, что, ну, считается раковый возраст, это люди пожилого возраста. То есть статистика говорит о том, что начиная с полового созревания, каждые 5 лет удваивается частота онкологических заболеваний. Поэтому чем старше человек, тем больше вероятность у него развития онкологии. Наша глядачка запитувала про рисові очищуючі, да, так звані дієти. Ваше ставлення? Це дуже опасна дієта, тому що там рекомендується як? Вона, вроді як, внешне проста. Рис либо сырой, либо полуготовый, съедается с утра, дальше 3 часа нельзя ни пить, ни есть, ни принимать медикаменты. И это очень опасная ситуация, потому что такой полусырой рис, там достаточно много крахмала, попадая в кишечник, он начинает впитывать влагу. И вода переходит из кровеносного русла в кишечник. С одной стороны, очищение крови идет. Но в кровеносном русле, если у человека появляется жажда, это сигнал, что нужно эту диету заканчивать. Потому как жажда говорит о том, что движение крови, вернее движение жидкости через кровь в кишечник, оно прекратилось. Кровь стала сухой, кровь стала густой, нагрузка на мотор, нагрузка на сосуды. Поэтому даже в молодом возрасте, то есть терпеть жажду нельзя ни во время рисовой диеты, ни сейчас вот лето, там многие там не пьют воду, не пьют разные жидкости, а сейчас есть разные источники, и квасы там всякие, и узвары, и компотики можно варить. То есть нужно это использовать правильно, потому что густая кровь, и тут здоровый человек, вчера он был здоров, но сегодня он довел свою кровь до критической вязкости, и у него возникла проблема, остановилось сердце. Я вам дякую, будь ласка, ще запитання 490-11-34. Алло. Алло. Раді вас чути. Добрый день. Будь ласка. У меня вопрос такой. Вот сегодня в 4 часа утра я почувствовал голодный спазм. То есть немножко было раньше там жжение под ложечкой. Но такого особого не было, ничего такого страшного. Сегодня вот прям такое ощущение, что я там проголодал 20 дней, и мне так аж проваливается что-то в желудке. Вот что это? Как с этим бороться? Я понимаю, что это гастрит,
Как питаться знаю, потому что правильное питание, чего возник, не понимаю. Может, вчера вишни съел, ну такое вот. Спасибо. Дякуємо. Дякуємо за ваше запитання, міцного здоров'я. Ну да, дыма без огня не бывает, по всей видимости, какая-то причина была, может быть, человек или что-то съел, то, что раздражало его желудок, или, может быть, наоборот, не ел длительное время и просто не хватило углеводов в кровеносном русле, и снизился уровень сахара, и пошли вот такие варианты. То есть тут, конечно, нужно, если причина, если ситуация будет повторяться, нужно, конечно, идти обследоваться, детализировать и уже отсюда какое-то лечение. Ми говорили з вами про м'ясо, і дуже часто так само запитують, у який проміжок дня треба м'ясо їсти, а коли вже не можна його їсти, тобто ми можемо розказати з вами. Конечно. Це має бути ранок, день, вечір. Конечно. Є просто різні источники м'яса, тобто якщо ми беремо красне жирне м'ясо, воно перевариться 8-9 часов. І таке м'ясо наші предки говорили, завтрак їж сам. Тобто потрібно забрасувати в перший, максимум перший і другий прийом пищі. Если берем красное нежирное мясо, то есть это, например, постное, телятина, например, то его можно кушать, перевариться 6-7-8 часов. Можно кушать, скажем, первые 2-3 приема пищи. В любой из них. Не говорит, что каждый раз мы должны кушать мясо. Перша половина дня, да. Это має бути одним словом. Да, если берем белое мясо, там птица, индюшка, курица, то оно переварится часов 5-6. И не ближе, чем за 5-6 часов до сна нужно съесть. То есть человек, если ложится спать 10-11, то где-то в районе 3-4 часов он спокойно может его съесть, и все будет в порядке. И мяско мы комбинуем с... Лучше, ну, гарнир, чистое мясо, это очень плохо, это очень жесткая получается белковая диета. Гарнир, на гарнир лучше это овощи и даже, как ни парадоксально, фрукты. Фрукты своими кислотами помогают перевариться белку мяса и делают его еще более полезным. Плюс новый вкус, если человек там вспомнит про яблоко, которое у нас есть, и где-то с мясом скомбинировать, я думаю, что удовольствие он получит. Я вам дякую. 490-11-34. Будь ласка, сейчас запитание. Алло. 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 День добрый. Алло. День добрый. Скажите, будь ласка, хай лікарь пояснить, як можна чистити організм? Алло. Будь ласка, як чистити як організм? Як можна чистити організм квасом із буряка або вареним буряком людям літнього віку? Ми вам щиро дякуємо за ваше запитання. Плюс запитання, плюс рецепт. Угу. Як ви ставитеся? Ну, квас із буряка, він усилює роботу почек. І фактично очищення в даному випадку буде йти. Но нужно акуратно це делать, тому що там є роздражаючі вещества. Бетаїн, він не найпростіше вещество для почек. Если у человека почки здоровы, нет пиелонефрита, то он, в принципе, может себе это позволить. Но нужно перед тем, как заниматься улучшением работы почек, нужно проверить их реальное состояние. Потому что у людей молодого возраста очень часто солевой диатез, песочек в почках. У людей в возрасте там 50-60+, там уже может быть не песочек, а камушки. Если человек вдруг спонтанно решил, почищу я себе почки, он может оказаться у врача-нефролога на приеме с почечной колики. Розумієте, це у людей є дуже часто така ідея фікс, особливо да. У людей поважного віку, треба почиститися. Ну, конечно. Человек смотрит на часы, мені... говорит, 60 лет не чистился, наверное, пора. І вот здесь... давайте мені рецепт, щоб почиститися, розумієте? Хіба він є? У меня один знакомый сказал, что самые активные борцы за здоровый образ жизни наполняют хирургией и реанимацией. Потому что для того, чтобы вот жестко так очищать свой организм, ну, надо иметь к этому, во-первых, основания, во-вторых, возможности. И вот здесь вот, ну, как бы желание человека не всегда совпадает с возможностями его организма. Вначале диагностика, а потом лечение. Вначале мы должны проверить автомобиль, способен ли он ездить быстро и долго, а потом ехать там в Карпаты, ехать еще куда-нибудь, ехать треба за границу. Подивитися, а иначе где-то станем по дороге. Як правильно. Я вам дякую. Будь ласка, ще запитання. 490-11-34. Алло. Алло. Ми вас раді чути. Алло. Будь ласка, ваше запитання. Можна задавати вопрос? Можна. Так, вопрос тоже пожилого возраста. Допустим, если нет аппетита, так, вот, и, допустим, за обедом можно там, если человек не любит алкоголь, если 50-100 грамм водки выпить, появляется аппетит, и, допустим, даже невкусная пища становится как-то вкусной. Как он, товарищ, относится к этому делу? Вам дякуємо за ваше запитання. Ну, тут фокус в чем? Что там за фокус? Да. Алкоголь – это фактически продукт неполного распада сахаров.
и попадая небольшими дозами в пищеварительную систему, раздражается желудок, усиливается секреция желудочного сока. И хочется уже поесть. Проходит в кишечник, всасывается в кровь, раздражает печень, запускается обмен веществ в печени. В принципе, организм немножечко начинает активнее участвовать и требовать больше пищи, потому что обмен веществ закрутился. В принципе, это неплохо, если пропускает, опять-таки, желудок и, самое главное, поджелудочная железа. Потому как, если алкогольные напитки идут в начале еды, они могут раздразнить поджелудочную. Если человек долго не ел и тут вдруг решил покушать, он может с острым панкреатитом оказаться тоже в хирургии. Поэтому здесь нужно быть уверенным, что поджелудочная спокойно это пропустит, тогда можно использовать. Если нет, небольшая порция еды в начале, какую-то кашку человек съел, потом выпил немножечко стимулятора пищеварения и получил, в принципе, хорошо переваренную пищу, которая попадет после этого. То есть это неплохо. Алкоголь для людей поважного віку. Скільки можна, чи можна взагалі, на що треба зважати? Ну, если французы исследовали эту тему, то для мужчины суточная доза чистого спирта это 40 грамм, для женщины 20. В переводе на водку, например, то 100 грамм водки для мужчины, 50 для женщины это суточная доза. Навіть для людей поважного віку. А вот для них я бы уменьшал дозу вдвое. Почему? Потому что все-таки печень стала слабее. То есть тут расчет на то, что печень возьмет все это у себя, спокойно метаболизирует, спокойно переварит, и он будет участвовать в обмене веществ. Если печень ослабела, если у человека там не просто возрастные изменения, часто бывает жировой гипотоз, то есть ожирение печени. Вот такая печень, она уже, и алкоголь, они уже не совместимы. Чи правда те, що червоне вино, особливо для жінок, воно є корисним і обезпечує від хвороб серця і омолоджує? Ну, я маю на увазі... Натуральне, це по-перше, і дозовано. Не пляшка, а, скажімо, келих в день. Да, да, это да. Почему? Потому что там есть, во-первых, ну, это неконцентрированный источник алкоголя, который сразу стимулирует секрецию желудочного сока. Плюс там есть те компоненты из винограда, там есть очень хорошие антиоксиданты, росвератрол, очень часто в красном вине, который фактически защищает от свободных радикалов, от воспалительных процессов, заодно предупреждает развитие онкологии. Знову ж таки, давайте повторимо, не пляшка, да. А келих. Я вам да. Дякую. 490-11-34, будь ласка, ще запитання. Алло. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, что вы посоветуете сделать моей маме, ей 77 лет, у ней часто очень бывают запоры. Я ей советую побольше пить воды натощак и в течение дня. Если это действует, скажите, пожалуйста, какое количество воды и вообще можно ли ей просто питанием нормализовать своє пищеварення. Спасибо. Дякуємо вам за ваше запитання, за крепи, що з ним робити, також часто тема. Ну, у людей в возрасте часто запори не от того, що вони їдять, а от того, в якому стані у них позвоночник. Поясничний відділ позвоночника, оттуда йде інервація, і пища роздражає із кишечника, рецептори менше, і, відповідно, і ответная реакція буде менше. Поэтому у людей в пожилому возрасте нужно смотреть позвоночник. Если брать питание, если там исключено, то объем дает растительная пища, для того, чтобы было что выталкивать. Когда человек кушает там каши, кушает макароны, кушает хлеб, там, как правило, клетчатки очень мало, ее недостаточно для того, чтобы по кишечнику что-то продвигалось. Но лучше, чтобы клетчатка была не в сыром виде, а в термически обработанном. Потому как только в этом случае работает компонент номер два, это вода, которую я обозначила. Тобто, то ще не овочі побільше, да. Наприклад? Так, от тоді вони впитують воду, об'єм увеличився, і содержиме по кишечнику пішло. Якщо піща йде сирая, вона не впитує воду. Клітчатка віддельно, вода всосалась кров, і там хоч відрами пей. Вона не повлияє на роботу кишечника. Разве що, якщо вона не нарушить критично роботу пищеварительной системи. Тобто, вода зайшла з пищей, пища не переварилась, и объем пищи пошел по кишечнику. Единственное, что при этом идет брожение, гниение, радуется микрофлора в кишечнике.
употребляя неожиданно попавшую ей пищу, и таким способом бороться с запорами не стоит. То есть вот два вот этих компонента, они работают. То есть, скажем, овощное рагу, овощной супчик, борщик, то есть все вместе это есть, и все пошло. Ну и тут третий компонент, это жир. Жир стимулирует сброс желчи, а это самый сильный наш собственный естественный раздражитель для кишечника. Есть застой желчи, есть камни в желчном пузыре, и будут разные проблемы. В данном случае очень хорошо тем, у кого удален желчный пузырь. Я вам дякую. У них нет застою желчі. А які проблеми нашого наступного глядача? Давайте послухаємо. Будь ласка, ваше запитання. Алло. 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 Раді вас чути, ваше запитання. Ага. Я би теж хотів... Алло, алло, ви слышите так, мене, так? Да? Да. Я теж хотів би уточнити таку деталь. Апетит у мене від рождения, слава Богу, ніколи не страдав. Ну, в последнее время частенько замечаю немножко изжога, беспокоит моменты. Да, я люблю разную пищу, мясо всех видов, жареное, шкваренное, но беспокоит изжога. Дякуємо вам за ваше запитання. Що воно може означати і що з нею робити? Ну, верхний сфинктер, он при хорошем аппетите пищеварение в желудке должно идти нормально, и сфинктер должен держать. Возможно, там есть грыжа пищеводного отверстия диафрагмы, и просто несостоятельность сфинктера дает сброс вверх. А возможно, человек при хорошем аппетите, он кушает все теми же порциями, которыми баловался в более молодом возрасте, а здесь желудок уже такие порции может и не переваривать, и тоже может быть такая проблема. Вот. Тут, ну, изжога – это нарушение моторики. По большому счету, если человек перейдет, скажем так, на режим питания в стабильное время, у него желудок будет работать лучше, возможно, изжога и пройдет полностью. Я вам дякую, что не говорили с вами про каші. Яка каша буде найбільш корисною для людей поважного віку, чи їх безліч? Яку б ви обрали і порекомендували? Ну, наверное, по всем показателям, самая спокойная – это скорее гречневая каша. То есть она обладает мягкими желчегонными свойствами и содержит относительно немного углеводов, а у людей в возрасте может быть сахарный диабет, и любая каша – это нагрузка на поджелудочную железу. Она содержит относительно много белка, и тоже, в принципе, белок, который легко переваривается, он, ну, в обмене веществ легче используется. Она не относится к глютеновым, то есть белок переваривается у большинства полноценно. Если брать, ну и поджелудочное, скажем, легко пропустит при наличии панкреатита. Я бы сказал, что может быть еще, как такая полноценная каша, это кукурузная. Она тоже богата, но там достаточно много клетчатки. И вот здесь вот вопрос, желудок, поджелудочное пропустят, нет. Хотя такая каша скорее бы помогала людям бороться с запорами. То есть если у них организм пропускает, да. Ваше ставление до вівсянки? Ну, овсянка относится к хорошим крупам в случае, если есть обострение гастрита. Все-таки она достаточно много слизи содержит, обволакивается желудок, как бы желудок не болит. Но такая крупа, она слабо сокогонна, то есть перевариться она полноценно может, а может и нет, потому что это глютеновая все-таки крупа. Овсянка содержит глютен. Я вам дякую. Еще запитание. 490-11-34. Алло. Алло. Раді вас чути. Добрый день. День добрый. Ваше запитание, будьте ласкаві. Меня зовут Надежда. Смотрите, у меня, ну, уже после 50, вы говорите, возраста, там панкреатит, холецистит. И доктор-кардиолог, я лежала в кардиологии, у меня была мерцательная аритмия. Вы про белое мясо говорили, что полезно есть в таком возрасте белое мясо. Ну, мясо индейки тоже белое мясо, но кардиолог категорически запретил есть такое мясо. Почему? Дякуємо. Дякуємо, пане професоре. От курятины индейка отличается тем, что там есть жиры. И жиры животного происхождения, обычно кардиологи, они боятся жиров животного происхождения просто как огня. Вопрос в индейке, если ее взять, скажем, снять шкуру, потому что там большее количество жиров, и использовать чистое филе, то такую индейку, в принципе, можно было бы использовать. Но под овощной гарнир, который стабилизирует движение жиров по кишечнику. Потому что когда рядом с источником жира находятся овощи, фрукты, то есть клетчатка из них, они холестерин удерживают, и далеко не весь пропускает кровь, а тот, который вышел на них желчью, удерживает и выносит из кишечника. Поэтому это такой регулятор
скажем так, движение холестерина по организму. Если любой источник, то есть человек там или индейку ест, или там жирную рыбу, там тоже достаточно сложная ситуация по жирам, нагрузка на ту же печень, то здесь и на гарнир пошла каша или макароны, здесь, да, тут вопрос такой, холестеринчик поднимется, и поди знай, выйдет ли он с желчью через печень, или он останется в сосудах. Я вам дякую. Чи є у нас ще запитання? Алло. Добрий день. День добрий. Реактивный панкреатит, гепатоз, гастроэнтерит. Питание все, как вы говорили, тушеное, вареное. А вот свежие овощи и фрукты проблематично, обострение от них. Так и забыть уже о них нужно. Или понемножку как бы пробовать. И обострился остеохондроз. Что вы посоветуете? Дякуємо за ваше запитание. Дякуємо. Будьте здорові. Ну, реактивный панкреатит... Людина сама все знает. Да, да, да. Все знает. Но пробовать не нужно. Лучше пробовать те же сырые овощи или фрукты в отварном, запеченном, там играться вот здесь в виде. Потому как реактивный панкреатит очень опасная тема. Его проще не трогать, чем один раз расшевелив, попадать на проблему. Потому что поджелудочная будет работать с каждым обострением все хуже и хуже. Поэтому лучше нет. Другие заболевания, там жировой гепатоз, то есть занимаясь печенью, человек улучшит состояние и позвоночника, потому что питание хрящевой ткани тоже зависит от, фактически от состояния пищеварительной системы в целом. Пане Борисе, молочные продукты. Молоко и кисломолочка. Тут вопрос в чем? Если есть фермент, если нет лактазной недостаточности, фермент есть, молочный сахар переваривается, фактически можно любой продукт использовать. Але и свежий, будет нести и... користь молоко само по собі? Конечно, принесет. Главное, чтобы молоко было молоком, а не молочным продуктом, то есть каким-то напоминающим молоко цветом, вкусом, ароматом. Вот. Но лактазная недостаточность с возрастом появляется все чаще и чаще. И проявляется все больше. Поэтому... Треба бути обережним. Не, просто нужно исключить свежее молоко и использовать творожок, использовать кефирчики, использовать йогурты. То есть вот такие продукты, которые уже прошли брожение, и молочный сахар превратился в молочную кислоту. А если повертатися знову ж таки до каши, каша на молоці чи каша на воді? Вот если лактазная недостаточность есть, то каша только на воде. Потому что на молоке она может дать активную работу кишечника, его очищение, экстремальное очищение в виде поноса. Но так лучше не делать. Потому что сорвать пищеварительную систему легко, очень сложно ее потом восстановить. Щодо води. Знову ж таки, людям поважного віку, скільки треба пити? Пити більше, ніж у молодості? Нет. Чи пити менше? Ну, тут смотрите, тут зависит от состояния человека. Если у него в хорошем состоянии сердечно-сосудистая система. Есть такие люди, которые до преклонного возраста дожили, а у них давление, как в молодости, 120 на 80 или 110 на 70. Кстати, в любом возрасте. Знаете, когда людям говорят, вот, 160 на 100 это нормальное давление в 60 лет, это ненормальное давление. Это давление показывает, когда организм работает без состояния гипоксии. Рідина, сколько пити все ж таки? Вот тут зависит от, опять-таки, то есть если сердечно-сосудистая система в хорошем состоянии, почки в хорошем состоянии, тогда 3-4% от массы тела. Пане Борисе, я вам дякую за участь в нашей программе. Ще масса питань є, але я думаю, що вже на наступний ефір. Я вам дякую, будьте здорові. Дивіться нас кожного дня о 10-й годині ранку, як завжди, у прямому ефірі на телеканалі Тоніс.